Решение об установке пожарных извещателей было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приняли такое решение, что мы посещаем многодетные семьи, социальные семьи с помощью, чтобы предотвратить вот эти, значит, дела. Печники наши ходят по таким семьям и проверяют печное отопление, проверяют состояние печей, где очень много нарушений, печи разрушены, там не обмазанные, выявляем причины. А электрики нашей организации ставят в этих семьях пожарный извещатель, автономный. Приборы устанавливаются на безвозмездной основе в многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации семьях в соответствии со списками, полученными из органов местного самоуправления. В этом доме мы установили систему пожарной сигнализации, которая состоит из датчиков извещателей пожарных дымовых, которые отсигнализируют, если вдруг какая-то будет задымление. То есть возможность возгорания, они оповестят людей о том, что что-то не так. То есть будет подан звуковой сигнал, все, люди будут оповещены. Надо отметить, что жители благодарны за помощь, поскольку датчики – это гарантия своевременного предупреждения об опасности. В случае каких-то, не дай бог, предвиденных обстоятельств, можно не сильно беспокоиться так вот, надежно как бы. Знаю, что дети защищены будут. Малейшее там какое-нибудь, дым или что, он сразу реагирует, сигнализирует. По статистике все эти пожары у нас совершаются ночью, да? Когда все люди спят, когда они следят за этой печью, которая на нас не в норме, когда там пьяный закурил, папа где-то сигарету бросил или этот. Поэтому вот решили, приняли такое решение поставить пожарные извещатели. По словам Ольги Зиборовой, на следующей неделе начнется установка пожарных извещателей в Азовском районе. Татьяна Иващенко, Александр Истомин, Азов.Инфо.